темных ящеров все уже почти позабыли. Древние... Значит, дело сделано. Гурман мертв. А теперь и Тит Мит II в двух шагах от гибели. Еще как! И я решила, что эта честь достанется тебе. Хм. Ты прям-таки излучаешь спокойствие и уверенность. Тебе на роду написано совершить этот подвиг. Приступим. Отправляйся в мрачный замок в Солитьюде. Покажи грамоту Гурмана начальнику охраны, командиру Марону. Наверняка ты его помнишь. Ты получишь доступ на кухню, а затем и к императору. Ты будешь притворяться поваром, так что тебе легко будет отравить еду. Вот, возьми. Это корень жарницы. Хватит одной ложечки, смерть наступит почти мгновенно. Император будет служить Ситису, прежде чем поймет, что умер. После того, как Мит будет убит, беги через верхнюю дверь наружу, а потом по мосту. Я договорилась, что его не будут охранять, когда поднимут тревогу. Иди, друг мой, иди и исполни свою судьбу слышащего. Редкое растение встречается только на острове Стросмкай. Можно незаметно подать его с овощами, в салате или даже сварить в мясном рагу. Один кусочек приведет к почти мгновенной смерти, так что пробовать не советую. Все пошло в ход. Долги, взятки, шантаж. Но я все организовала, ты сможешь уйти из крепости. Следуй моим указаниям, и темное братство возродится во всей славе. И все благодаря тебе, слышащий. Убивай хорошо и часто. Моя должность декан истории касается широкого спектра. Плохо мне поступить от легионеров. Дочка меня кормит. Знаешь что? Работать уже мне все равно тревожно. Все они никчемные лодыри. Даже не могут удержать братьев Бури в узде. И чтобы им доверить жизнь императора, ты слишком беспокоишься. Как раз сейчас император в полнейшей безопасности. Думаешь, попытки убийства планируются за один вечер? Заговор раскрыт. Угрозы больше нет. Да, пожалуй. Но как же старик? Его сын убит, имя опозорено. А он ведет себя так, будто ничего не случилось. Он вообще годен к службе? Я сделаю вид, что не слышал. Командир Мара... Я... Великий жрец восьми богов, приветствую тебя. Гордись, если ты в половину таков, как он. Ты не понимаешь. Это просто... Я сочувствую ему, вот и все. Нести такую ношу. Представить не могу, как трудно. Случись такое со мной, я бы сломался. Иди своей дорогой. Кузину императора убили. Прямо тут, в Солитью. Мне нравится делать луки. Сложно и временами даже немного скучно. А ну стой!
башню вход воспрещен. А ну стой! В башню вход воспрещен. Что это такое? Приказ Его Величества, податель сей грамоты, гурман. Клянусь Азурой, гурман, я... Простите, я вас не признал. Мы же не знали, кого ждать. Сами понимаете, вы одеты не так, как я ожидал. Но простите, не смею вас задерживать. Проходите сразу на кухню. Джианна, наша кухарка, уже вас заждалась. Опять что-то принесли. Я ведь уже сколько раз говорила, у нас всего довольно. Поставь вон там и проваливай. Гурман? О, наконец-то! Когда я услышала, что гурман приедет готовить праздничный обед для императора, я сперва даже не поверила. Просто... Я угадала. Я всегда знала, что великий гурман из лесных эльфов. Понимаете, чтобы так готовить, нужно такое знание лесных трав. О, да, конечно. Император заказал ваше коронное блюдо, бульон Le Magnifique. Я позволила себе начать приготовление. Но в поваренной книге только общие правила, и все готовят бульон по-разному. Я была бы счастлива, если бы вы... приготовили его по своему рецепту. Базовый бульон уже готов. Можно начинать прямо сейчас. Итак, какой ингредиент сейчас добавить? Морковь? Правда? Ну ладно. Что теперь? А, конечно. Я так и думала. Хорошо. А что теперь? Правда? О, я тоже всегда кладу корень нирна. Какая прекрасная мысль. Ладно, что теперь? Хм, Хоркер. Аппетитно. Наверное, нет такого человека, который не любил бы... Простите, я заболталась. Вот, чашка мяса Хоркера, порезанного кубиками. Думаю, наш суп готов. Если еще что-то добавить, вкус только ухудшится. Так? Так ведь? Да? Что это? Какая-то приправа? Вы уверены? Суп и так прекрасен на вкус. Если добавить еще что-то... Ой, простите, конечно. Это же ваш самый знаменитый рецепт, в конце концов. Хорошо. Я добавила ваш секретный ингредиент. И, если позволите, это была большая честь готовиться лучшим поваром в империи. Я понесу блюдо и проведу вас в трапезную. Наверняка император и его гости мечтают с вами познакомиться.
совсем не волнует то, что случилось. Ни капельки. Это ты о свадьбе и убийстве моей сестры? Печальное недоразумение. Не более того. Холодный мед, горячие головы. Всякое бывает. Вот и мы. Боги, я волнуюсь. Всего через минуту мы войдем внутрь. Прошу, я буду подавать. Ты просто стой и... блистай. Да, не очень приятная история. Но это единичный случай. Меня уверили, что сын того человека спланировал все в одиночку. По правде говоря, нам опасаться нечего. Убийство императора? Возможно, в этом есть смысл. Но дружба с ним — это действительно выгодно. Уверен, вы все со мной согласитесь. Ага, вот и он. Высокочтимые гости, рекомендую. Гурме. О, бульон ле манифик. Удивительно вкусно. И мне, вашему императору, разумеется, принадлежит право первым попробовать его. Соберись, Джоанна, соберись. О, потрясающе. Какой тонкий вкус. Мои ожидания полностью оправдались. Это идеально. Это... мне кажется, что-то не так. Я... Во имя богов! Гурман и шеф-повар отравили императора! Схватить! Вне всяких сомнений, это был самый несносный из всех двойников императора. Я рад, что он мертв. И еще больше рад от того, что это твоя работа. Убийца из Темного Братства только что покусился на жизнь императора. И если бы это был настоящий император, покушение бы удалось. Удивляешься? Я тоже удивился, когда некто из твоей семьи пришел ко мне с этим планом. Видишь ли, мы заключили сделку. Обмен. Я получаю тебя, а Темное Братство продолжает существовать. Знаешь что? Я передумал. Как насчет такого плана? Я убью тебя и зарежу всех и каждого из твоих ничтожных друзей. Ваше убежище прямо сейчас берут штурмом. Вот что я думаю об этой сделке. Вы убили моего сына. Вы все. И вы за это заплатите. Убейте его. Так, чтобы хоронить было нечего. Что это здесь? Добро пожаловать в мой скромный караван. Пусть дорога утомляет. Теплые пески. Добро пожаловать. Ветер здесь такой холодный.
знаю. Кто-то из трупов. Какая разница? Думаю, никакой. Но мы всех перебили, да? Если отсюда уберемся, тем лучше. Дым пусти. Скоро все заполыхает. Знаю. Этот идиот Арктур загнал одного еще лучше. Может, мы должны помочь ему? Помогай, кому хочешь. Давай, поджаривайся. Я покараулю выход. Как могу, тупая ты фурия? Я не вижу, чтобы ты помогала. Я не создана для физического труда. А теперь давай, ты почти закончен. Еще одно усилие. Ура! Вот! Можешь ее открыть? Думаю, да. Подожди минуту. Поговори с Астрид. Здесь.
в убежище темного братства. Стой, стой, стой! Притормози! Все в порядке! Тебе многое пришлось пережить. Может, просто присядешь ненадолго? Она здесь? Клянусь Ситисом, я думал, мы ее потеряли. Пошли! Тебе удалось выжить. Слава Ситису. Пожалуйста, мне много нужно сказать. И мало времени. Прости. Прости меня. Пенитус Акулатус Марон. Он сказал, что если мы тебя им выдадим, он оставит темное братство в покое навсегда. О, Ситис, какая же я дура. Это все. Это моя вина. Ты лучше всех нас. А я тебя чуть не убила. Как убила всех остальных. Ты не понимаешь. Это все я. Я подставила тебя. Хотела твоей смерти. Я предала тебя. Предала мать ночи. И все, что было мне дорого. А теперь Марон предал меня. Я просто хотела, чтобы все оставалось по-прежнему, как было. До Цицерона, до Матери Ночи, до тебя. Я думала, что смогу нас спасти. Я ошиблась, но тебя не убили. Так что есть еще шанс. Шанс начать все заново. Начать сначала. Потому-то я и сделала это. Ты не понимаешь. Я молилась Матери Ночи. Я сотворила черное таинство на себя. Я признаю твою правоту. Правоту Матери Ночи. Древние обычаи долгие века хранили темное братство. Глупо было идти против них. И чтобы доказать свою искренность, я молилась о контракте. Теперь ты... Глава семьи, я отдаю тебе клинок горя, чтобы тебе открылась истина. Убей меня. Давай, слышащий, убей меня. Прошу тебя, слышащий. Освободи мою душу. А, спасибо. Астрид, клянусь песками, я все никак не могу поверить. Если бы я не слышала своими ушами, я бы не поверила. Как Астрид могла так поступить? Странно. Я чувствую к ней только жалость. Астрид, песками я все никак не могу поверить. Астрид мертва. Все, как должно быть. Да придет она освобождение в пустоте. Но пока
ты живешь, живет и темное братство. Мы должны выполнить контракт. Император Титмит II умрет. Поговори с Амоном Матьером в таверне Горцующая Кобыла в Айтране. Он должен знать, где настоящий император. Но вначале сообщи Назиру о своих планах, поскольку ты слышащий, и твой долг скрепить эту семью воедино. Мне трудно со всем этим свыкнуться. Я просто пойду за Назиром. Клянусь Ситисом, какой разгром! Думаю, это конец. Что? И что она сказала? С Амоном Матьером? Но это же значит... То есть, у нас еще есть шанс? Но как? Наш план пошел прахом. Все мертвы. Семья. Хм. Ну хорошо. Иди, иди, мой слышащий. Выслушай, что нам скажет этот хитрый мерзавец Матьер, а потом отправь императора к Ситису. Но когда ты закончишь, пожалуй, нет смысла возвращаться сюда. Я подумал об убежище в Донстаре. Там мы могли бы обустроить неплохой дом. Слушай, когда закончишь все дела с императором, найди там меня и Бабетту. Я придумаю способ перенести туда Мать Ночи. Не волнуйся, ступай. Возвращайся с огромной бочкой золота, а? Бабетта, деточка, собирай вещи, мы переезжаем. Рада это слышать. Ты занимайся исполнением контракта, а я попробую что-то Я направляюсь в Солитьюд, чтобы вступить в Легион. Единая Империя — это благо для всех. Будь я проклят! Говорили же, что тебя нет в живых. Матьер в задней комнате, если у тебя к нему дело. Может, зайдешь в другой день? Я гадаю на чайных листьях, читаю по ладони, смотрю в волшебный шар. Хо, трепанацию хочешь? Талисман, говоришь? Ну-ка, покажи. О, боги, боги! Значит, ты из друзей Габриэлы. Тогда, думаю, мы оба знаем, зачем ты здесь. Хм. Ну да, конечно, могу. Однако это не просто мне дается. И вижу я не так четко, как хотелось бы. Ну да, я могу это для тебя сделать. Пожалуйста, расслабься. Освободи свое сознание. Да, вот так. Пещера. Нет, нет.
не пещера. Это дом. Место, где тебе спокойно. Там ты будешь в безопасности, в убежище. Вижу снег, озаренный звездами на заре. Рядом кто-то есть. Другие люди. Дитя ночи. Странник песков? Прежде чем вы станете семьей, прольется кровь. Столько крови. Подожди, кое-что еще. Путь к приключениям и богатству. Руины, открытые для любого. Лесной оплот. Далеко на северо-запад. А дальше ведьмино гнездо. Место, где в давние времена нашел покой убийца. Темный брат, что оставил все свое имущество тебе. Нет, нет, это все. А теперь, пожалуйста, я чувствую сильную усталость. Имя Ситиса, что за настырность? Я и так рассказала тебе достаточно. В чем дело? Я же приказал меня не беспокоить. О боги, тебя не убили? Но я слышал, ваше убежище... Пожалуйста, поверь мне, я тут ни при чем. Я хотел убить императора, настоящего императора. И хочу. Это все Марон. Он. То есть после всего, что случилось, темное братство все-таки исполнит контракт. Это же прекрасная новость. Великолепная новость. Император все еще в Скайриме, но собирается уезжать. Он сейчас на борту своего корабля Катария, а корабль стоит на якоре в заливе Солитьюда. Поторопись. Если сможешь попасть на корабль и убить Тита Мида, как мы договаривались, я укажу, где лежит твоя награда. Хорошо, договорились. Ну да, я полагаю, ты просто хочешь заплатить по счетам. Насколько мне известно, он в порту Солитьюда. Готовит отплытие императора. Ты, наверное, шутишь? Это настоящий император, а не какой-то вшивый двойник. Его окружают лучшие телохранители, я уверен. Пробиться к нему будет непросто. Но... Все считают, что темное братство уже полностью уничтожено. Они могут и расслабиться. Понятия не имею. Она в бухте Солитьюда. Это канал к северу от порта. Наверное, нужно пойти в порт и плыть? Пожалуйста, поторопись. Корабль императора не будет стоять на якоре вечно. Второго такого шанса у нас не будет. О, что это? О, тебе захотелось побыть в одиночестве. Хорошо.
Не стоило сюда приходить. И снова я убедился, что командир Марон глупец. Я говорил ему, что темное братство не остановить никому и никогда. Заходи, не стесняйся. Ты же здесь не для того, чтобы на меня полюбоваться. Разумеется, нам с тобой было суждено встретиться. С императорами и убийцами вечно так. Да, я должен умереть, а ты нанесешь удар.
Этого уже не изменишь. Но, может, ты поговоришь со стариком, прежде чем совершить свое дело? Благодарю тебя за учтивость. Ты убьешь меня, и я не противлюсь своей судьбе. Но, несмотря на выбранный тобой путь, я чувствую в тебе особое честолюбие. И я попрошу тебя об одной услуге. Предсмертное желание старика. Многие хотели моей смерти, но лишь один отважился осуществить это желание. И этот человек, кем бы он ни был, должен понести кару за свое предательство. Я прошу тебя, когда ты получишь плату за мою смерть, убей своего заказчика. Ты сделаешь мне такое одолжение? Спасибо. Ну, теперь можно вернуться к насущному делу, я полагаю.
Если ищешь, ну ищи в другом месте. Кто попал под очарование Микаэля, с ним и остается. А, вот и ты. Я знаю, я знаю. Я получил вести несколько минут назад. Это славно. Друг мой, не знаю, понимаешь ты или нет, но тебе удалось оказать Империи, да и всему Тамриэлю, такую услугу, которой никто не забудет. Ха, но ты же не интересуешься политикой, верно? Ты хочешь денег, и ты получишь деньги. Твоя награда ждет тебя в укромном месте. Она в урне, в том самом склепе, где мы впервые встретились, в Волундруде. А теперь уходи. Забери свои деньги, и, надеюсь, мы больше никогда не увидимся. Больше нам, слава богам, говорить не о чем. У нас был договор. Что это? Пошли. Чего ты хочешь? Чего? Чего там с императором? Да неужели? Вот это новости, что надо. Несмотря на то, что недавно стряслось, это счастливый денек для нас, друг мой. Пусть у тебя и были ошибки, чего уж там. Но твоя верность братству осталась твердой. Мы все обязаны тебе спасением. И я у тебя навеки в долгу. Это я просто не могу не спросить. Убийство императора? Сколько Матьер дал за такой заказ? Ха! Поразительно! Ну, смотрю, со старым хрычом дело того стоило. Хочешь добрый совет? Отправляйся в Рифтен и найди Делвина Мэлори. Астрид тебя к нему уже посылала, не так ли?
Мэлори лучший поставщик товаров. Нам ведь позарез нужны деньги, чтобы починить и обставить убежище. И будет у нас настоящий дом. Ты займись этим, а я поищу подходящих кандидатов для вступления в нашу семью. Да ты все еще здесь. Что такое? Никак работенка не по зубам.